заводит голодное дело? Ну, ну да. Да, это когда у меня не было, мы думали, когда там всегда были. Нет, я же на работе был. А, я так не спал, хочу чуть больше. Я вот до сих пор не сплю. Видел в мухаду, чуть не заснул там, блядь. Это бумаги будут проходить неделю, может больше. Вам надо, короче, ехать именно по месту вот этого происшествия. А в Рудуме, приезжая по месту происшествия, они давай матом обкладывают тех мусоров, которые там сидят, что за суки, типа, мне говорят, давай приезжай завтра, типа, не в нашу смену, это не всегда вот. Но отношения, конечно. Интересно, короче, вот тебя немножко как удивляет, но отжали трубу, а я в эту ночь поднял себе трубу маленькую. Я поймал себя на этой мысли, знаю, что у тебя у меня какая-то лучшая.